Hey friends, how you guys doing? I hope that you're doing well with the first few days of the new year. I for myself was a little bit feeling under the weather, so I haven't been doing much uploading lately, but I'm back. So today that's what we're going to be doing, and to make up for it, we're going to be doing a couple of things for Diana this time. First, we're going to be watching a mini documentary that was recommended by a lot of you guys in the comment to just try to get to know Diana a little bit better. I think it's called Find Yourself. Yeah, Find Yourself. So that's what we're gonna be doing, and then after that we're gonna be watching her latest performance that I think was uploaded about 9 days ago. So let's go ahead and get started with the documentary. And thank you for all the subtitles and for this video, by the way, and all the credits and the source will be in the description down below. This should be very interesting. Меня зовут Диана Анкудинова, мне 19 лет. Родилась я в Приморском крае, на Дальнем Востоке. Попала в приют, потому что у меня была неблагополучная семья. Встретила свою настоящую маму. Меня взяли в семью в 4,5 года, 5 лет. И с этого возраста я начала заниматься пением. Из-под воды достать чуть-чуть вот здесь. То есть высоких частот можно добавить. Настоящую маму, почему я говорю настоящую, потому что я не считаю те 4,5 года чем-то важным для меня и тем, что, например, было. Я ничего там не помню, не хочу помнить и считаю, что этого не было. Что моя жизнь началась с 5 лет. How crazy is that? Man, she had a pretty rough childhood up to when she was five, but for her to choose to not remember and try to forget about her past before she turned five and got luckily adopted by a beautiful family, seems like it. And how traumatizing that would have been for a young Diana. Мы жили в городе Арсеньеве. Вот, я работала в санатории в детском. К нам привезли детей с детского дома на оздоровление. It was meant to be. Я ее увидела. У самой двое детей. Девочка, мальчик. Казалось бы, что полная семья. Тут ребенок такой. Вдруг все время плачущий, страдающий. Прям волчонок такой загнанный был. Плохо говорила, заикалась. Конечно, я помню некоторые моменты. Алкоголь, наркотики, насилие. Скорее всего, если бы не моя мама настоящая, меня бы, скорее всего, не было в этой жизни, потому что там реально было очень жестокое обращение. Нет у меня отца матери, так у меня благословить И, наверное, это было сложно выдержать ребенку, но я рада, что судьба ко мне вот так милостиво отнеслась, и я жива. Настя, старшая моя дочка, она ко мне часто на работу приходила. Меня на эту мысль натолкнула. То есть, давайте возьмем. Ребенок запал в душу. Настя, ты идешь? Да. Ну так иди. Какая-то небольшая семья. Вся семья сбежала на рыбалку. Мы вот когда взяли Диану, она, конечно, вот переступив порог, она сразу сказала: мама. Я верю в судьбу, потому что у меня в жизни происходит очень часто что-то такое прям судьбоносное, как мне кажется. Все сводилось к тому, чтобы я пришла в эту семью, и чтобы меня взяли именно эти люди, и чтобы я пошла именно по этой дороге. У нас друг семьи такой был, он в Арсеньеве был руководителем оркестра.
Он сразу сказал, это певица. Он говорит, такой низкий голос. 5 лет. Да вы что, вы не слышите? Ой, да ничего там мне, улыбайтесь. У нас все спецэффекты мне в уши тоже давайте. 8 лет было Диане, у нее в репертуаре уже было больше 100 песен. Потом мы пошли в музыкальную школу. Мы подавали, наверное, 4 года подряд заявки на «Голос дети». Попадаем мы на слепые прослушивания. Вот. Ну, там вернулся никто. They were not ready for her. That's all вот it is. Ее стимул был дальше идти. Не то, что там руки опустить. They didn't recognize how great Diana is. Ну, слушай, не пойду и не буду дальше ничего. Нет, это у нас Диана. Тут ты супер конкурс. So she had a pretty rough going in the beginning with her first singing competition and the judges not turning around. But she showed her strength and character and persevered, and look at her now. Приглашение. Мы прошли кастинг опять, ее взяли туда. Oh, nice. Вот, победили. And it all began. Победила на проекте «Ты супер» во втором сезоне. Мне было 14 лет. Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру в Москве. Меня просто переполнял какой-то разрыв эмоций. Где-то колокола звенят. Желание возникло у Дианы сразу переехать. Потому что она говорит, я хочу развиваться дальше. Москва – это возможности больше. Вот так мы собрались и все хором переехали. Wow, how supportive. Поехали. Что? Давай с припева начнем. Угу. С первого припева. Готов? Да. Я записываю свои песни в студии Брэндона Стоуна. Брэндон – это очень хороший мой друг, композитор, автор, исполнитель, саунд-продюсер. Это просто классный музыкант и человек. Послушаем, давай. Что ты там напела у нас. 3, 4. Классная песня. Супер песня. Хитом будет. А теперь знаешь, что сделаем? Давай еще низкий голос запишем. Вот это. Тембр Дианы, да, это подарок природы, потому что это просто так его не выработать самому. Он очень глубокий. Я сейчас ее специально заставляю петь все наверху, для того, чтобы не только была глубина тембра, а еще могла показать, что у нее шикарные верха. Well, it's good that she met this guy to kind of like expand her range. Вот здесь прям. Так, короткие нет, короткие мы не трогаем, потому что они сюда не заправляются. Сейчас я учусь в ГИТИСе на факультете эстрады. Он переименован в новые сценические направления. На 3-й курс перешла. Очень люблю проводить концерты живые. Мама меня всегда поддерживает, она всегда со мной ездит. Она как мой администратор, продюсер, директор, костюмер, визажист. Все можно вписать в этого Such человека. Dedication. Вот эта вера в меня и какая-то связь между нами, она настолько ценна. Это самая лучшая мама на свете. Ты река, моя реченька.
традиция, на каждый свой концерт я приглашаю талантливых ребят. Иногда это просто талантливые дети из городов, в которые я приезжаю. В том числе и дети из детских домов. Диана Шашкова сегодня выступит для вас, и я надеюсь, вы ее очень хорошо воспримете. Like paying it back, coming in a full circle. What a great thing to do. На одной сцене с такой же известной певицей, как Диана Анкудинова, это, конечно, очень и очень значимый момент в жизни любого артиста, а тем более для ребенка из детского дома. Вы знаете, очень часто эти дети мне говорят за кулисами, что я не чувствую, что я смогу, что я вывезу. И я просто говорю, выйди сейчас на сцену и почувствуй, твое ли это. И когда они выходят на сцену, после этого они всегда мне говорят, да, это мое, я хочу, чтобы меня всегда так встречали в зале. И это очень большой опыт. Это очень мотивирует. I'm sure they're inspired by her. I mean, a lot of these kids wouldn't be given a chance if it wasn't for Diana. Я очень часто зажимаюсь в себе, как их убрать? Зажимаю. Я просто стараюсь максимально вживаться в песню. Естественно, я сначала молюсь, ухожу в себя. Перед сценой я очень редко, когда с кем-то разговариваю, чтобы никто не нарушал мой энергетический поток, который я хочу отдать зрителям. Perfect inspiration for this, очень люблю природу. Именно поэтому мы приобрели дачу. В городе иногда бывает очень суетно. I know how she feels. Просто моя песня, я ее так это. I wanted to hear more. I wanted her to keep going. Что еще сочиняем? Когда закрываются одни двери, открываются другие еще лучше. Важно верить в себя. Я до последнего верю в чистоту и любовь наших душ, сердец, и хочу, чтобы люди думали только о прекрасном и о том, что мы все пришли сюда ради любви. Is there a video of her performing this song, the whole song? I like it. So that was it. Wow. How both tragic and inspiring that short documentary. I mean, Diana is just, despite, or maybe because of it, her trauma as a child, she became as strong as she is and very determined and never lost sight of what she wants to be and her passion. Her love of singing. I mean, she's very lucky that the right people found her. First of all, her adoptive family, starting off from there, and her mom, and then finding people in the industry that really believed in her and kind of supported and guided her. And she became the person that she is now. It's just such a good inspiring story all the way to the other orphans that she helps kind of like get a start in the industry, kind of like what people did for her. It's kind of come full circle. So it's a really great story. So now we're gonna go ahead and watch the latest upload that I'm aware of Diana's performance. This was uploaded about 9 days ago, and this is a duet that she did with Brandon Stone.
How it's a little strange that we just watch a documentary with Brandon Stone in it, and now we're gonna be watching a performance with Brandon Stone. And I just kind of like, what a coincidence, right? So anyway, this is a song that was written by Brandon Stone himself, and this is called "The Day You." And obviously, it's gonna be a duet with Diana. I've always wondered what it would be like to sing a song in a situation like a duet with Diana, with the type of unique voice that she has. So I'm very, very interested to see how this goes. Встречайте на этой сцене Диана Анкудинова и Брэндон Стоун. С Новым годом! Счастья вам! And there they are. Потерял я смысл календаря, проживаю снова дни сентября. Что со мной? Что со мной? Может, я всю жизнь тебя ждала, может, для тебя сердце берегла. Что Diana looks stunning. That dress is beautiful. Где покой? Свои чувства мне сложно так понять. Я с тобой научилась Sounds a lot softer than usual, a little higher on the tone. Нежно утону в тебе, окутаю весной, задыхаюсь от любви, накрыла все волной. Ты нежно дверь моей души открыл своим ключом. Well, that was the answer to my question, wondering what it would be like to be in a duet with Diana, especially a male and female type of duet. And obviously, she's showing her range and professionalism by choosing to sing at a high register to kind of like complement and have that contrast that's needed in a duet with Brandon. And it just sounds great. I mean, it's funny also in the documentary how Brandon was kind of like forcing her to sing at a higher registry to kind of like increase her range. And this is the result. It's just very, very wonderful so far. Мой дом, лучший день, когда ты вошла в мой дом. Sound great together. Утопаю в море твоей любви. Больше нет преград, больше нет войны. Что со мной? Что со мной? Пусть твоя улыбка подарит свет. Я хочу встречать лишь с тобой рассвет. Что со мной? Где покой? Свои чувства мне сложно так понять. Тобой научилась летать. Нежно утону в тебе, окутаю весной. Задыхаюсь от любви, накрыла все волной. Ты нежно дверь моей. Really good song by Brandon. Oh,
Cow, that sounded really good. What a great duet by these two. I mean, obviously, we already know what Deanna's capable of, but Brandon sounds great. And I think his familiarity with Deanna and what she's capable of, having worked with her before, helped them sound really, really good together. Like I mentioned earlier, Deanna showed her range and sang more at a higher registry, and they just sounded blended together wonderfully in this duet. Very, very nice. I enjoyed that. Very nice song by Brandon, and he definitely was no slouch. He's also a good singer, a great singer in his own right. So anyway, that was wonderful. I really enjoyed that. Between the short documentary and this performance, I really did enjoy watching this whole thing. Thank you for watching. This video was a bit longer than usual, but thanks for hanging in there with me. Until I see you on my next upload, take care.